Погнали. Всем ку, всем привет, с вами Сал, привет на канале. Это Assassin's Creed Истоки Origin. Продолжаем, блядь, за байка и сцену в Древнем Египте. Хасаху Киро Киро. Блин. Хасакуру Киро. Оптимальный битрейт 4000. Ну я так райдеру советовал и сам стримлю. 4000 битрейт — это нормальный битрейт. 4000 битрейт. Ну попробуй. Попробуй поменяй. Поставь 4000. Через рендер, через видяху. Не через проц. Там выбирается. Там есть в настройках рендеринг, по-моему, или декодировка. Там есть процессор и видеокарта. Возьми видеокарту и поставь. И 4000 битрейт. 720 точек. Это оптимальный битрейт. Это везде. На Соньке такой битрейт. На компе такой битрейт. А какой у тебя интернет? Интернет должен быть минимум 60 мегабайт. Ну, 60, чтобы стримить. Чтобы стримить, должен быть интернет минимум, это 60 мегабайт. Минимум. 60 мегабит. Мегабит, да. Это минимум интернет, при котором можно стримить. Ну, то, вот у меня 100-100 стоит. 100 мегабит, 100-100. Там есть загружаемый мегабайт и выгружаемый. Так вот, у тебя выгружаемый должен быть тоже большой. Ну, как-то что-то типа того. Ну, у меня всегда, я всегда интернет давно подключил, уже 2009 года. У меня 100-100 стоит. 100 мегабит. 100 мегабитный интернет. Ну, бывают всякие приколы, конечно, могут быть, но в принципе. Так, у меня, блин, телефон просто на зарядке, я посматриваю. Так, что тут у нас, что делать вообще, забыл. Ой, 28 уровень, нихрена себе. Оу, щит. А у меня какой уровень? У меня... Кури, кури, кури! Так, а ну стой. 18-й. Я что-то ждал, я уже не помню. А, серия быстрых убийств. Я уже не помню, что я хотел сейчас. Как там Вальгала? Ты прошел уже Вальгала? А почему ты пишешь, что у меня на телефоне чат не отображается? Офигеть. А ну стой. Странно. Это очень странно. Воин. Мастер оружия. Ассасин.
Улучшенный боевой лук. Ты-ты-ты-ры-ты-ты, дымовая завеса, адреналин. Половина запаса адреналина. Пока не знаю. Улучшенный легкий лук. Улучшенный боевой лук. А это? Воин пустыни. А, вот это я хотел. Вот что я хотел. Режим замедления. Блин, прям Горазин Зеродон, блин. Так. Я вообще хз, что делать? Блин, тут 23 уровень, блин. Найдите ученого Меркес. Меркеса. I don't know what have I do. What do I do have you do? Who you do? Atlas, привет. What can I do? What can I? What I've done? What would you like? What can I do? Блин, куда это оно? Ого. Что? Ошибка испытания богов, чтобы получить один из предметов отражения Анубис. ХЗ 34 уровень, блин. Вы шутите? Это что такое, блин? Дар богов. Что это за задание? А что это за дар богов? Дополнительное задание, уровень 23. Я думаю, что меня будут нагибать как молодого. А какой у меня уровень? Я даже не знаю. 21 у меня. Блин, хз, не знаю. Как дела, Атлас? Что делаешь? Что там делаешь? Что, попробовать пойти сделать это? Где это? Тут аж пирамиды, а? Вот тут есть это дар богов называется. Можно попробовать. Что это такое? Это там, где пирамида. Лошадка. Ого. В смысле? Что ты делаешь? Да мне туда надо. Стой, 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 я сказал. Ну ты посмотри.
Кыргызстан. Хасахакира — это аниме отсылка. Аниме отсылка где? Где аниме отсылка? Ай-яй-яй-яй, стоять. Аниме отсылка? Плотва. Аниме. Да стой ты, да что ж ты такой упоротый, а? А ну стоять. Не сцы. Сам боюсь. Блин, меня нет в этих. Это гробница Снофру. Это гробница Снофру. И шо, куда идти? Только с загадкой. Загадки в темноте. Так, он стоит. Да это не туда. Вот. Рэмбо, первая кровь. Дополнительное задание. А вот тут вот дар богов. Вообще хз. Ну давай. Зайдем, посмотрим. Оба. Кто-то был здесь не так давно. Стремновато как-то заходить. Мама! Ничего не понятно. Что делать? Не понятно. Куда? Боек, давай. Вот ты творишь, блин. Дяденька Боек, ты можешь, пожалуйста, залезть? Куда, куда, куда? Но, но. Thank you.
что-то вообще ни хрена не понятно. Не пройти. Поищу другой путь. Какой? Эти следы свежие. Должен быть другой способ попасть внутрь. Да что ты говоришь, блин? Честное слово. Честное-пречестное. Честное-пионерское. Какой еще другой способ попасть внутрь? Боек, блин. Какого хрена, блин? Например, блин. Я бегу по пирамиде, ура! И не падаю. Ой. Через другую пирамиду, может быть, перелезть. На зеленую иди, а не на белую. Бандитос. И щит вроде. Пушка. Ух ты! Ух ты! О боги! Может, это послание с небес? Дар богов. Будто бы сам Ра спустился на землю. Сам Ра спустился. Ух ты! Неплохо. Потва. Да стой ты. Ва.
я хочу такой лук. Чтобы было от первого лица. Лечение прикрыто сокота. Блин. А у меня нет такого? Вот он. По-моему. Но он голимый, синий. Блин, тут 12 уровень. О, паяц, шамшир, меч людей моря. Блин, ты посмотри, а как это улучшить? Сикач, смотри какой. Видел, какие у меня есть? Хананский. Костолом, жуткий кэта сам. Ока а то попа. Скимор. Сикимор. Клык крокодила. Еще сама. Игла. Хорошая, кстати. Ладно. Что это? Сами боги указали мне на это место. Это вход в усыпальницу. Взаимодействовать. Упавшая звезда. О-о. Ух ты! Ух ты! 15. Это связано с солнечными часами? Или нет? 15? 30. Надо запомнить число. Ну, 15. Final Fantasy 15. Final Fantasy 15. Ой. Нужен будет лук и щит вроде. Там будут стрелы. Решите головоломку солнечными часами. Нифига непонятно, но очень интересно. Так, вот. Это часы, которые нарисованы в гробнице. Thank you.
пятно. Огненным надо стрелять. Промотай время до утра. Время до утра. Атлас. Меню. Сезон пас. Наряга, задание, цели, снаряжение. Так это и есть утро, как бы. Все правильно. Каждый надо выстрелить так, чтобы было вышло число 15 и всего 3. А! Эй! Алло! Просрал я. 14 в 1 4 в 2 2 и в 3 1. Следовало. Спасибо. В первую 4, потом 2 2 и 3 1. А как это? Время мотать. Все значки, магазин, способность, меню, сбросить.
Лейла. А Лейла, 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 Лейла. Леди с ним... Надо. А Лейла что? О, Лейла, Лейла, Лейла. Вы продаете охотничьи трофеи без 25 оружия. Я не помню и забыл, как хотел мотать время. Пассивно достаточно тоже время. Блин, херня. Первую 4. Я на верном пути. Во вторую 2. И в эту сколько? В третью 1. Это свет во славу богов? Ура! Что я наделал? Теперь ого! В гробницу. Ого! Влад, спасибо тебе за помощь, Арон. Ого, Шон. Обалдеть. Охренеть. О, вы вечные стражи, что хранят врата. Те, кто пожирают души мертвых и поедают их тела. Я долго шел сюда. Офигеть. Я повидал многое. И теперь я один из вас. Пасхалочка? Опа! Охренеть!
я охренею. Что это было, блин, такое? Я офигею просто. Что? Охренеть. Final Fantasy. А как? А зачем? Блин, я не понял. А при чем тут Final Fantasy вообще к этому, блин? Капец. Я в шоке просто. Блин. Наверное, они и рассчитывали на такую реакцию, блин, какую-то непонятно. Блин, ну Final Fantasy в... Что? Офигеть. Это босс из игр Демон. Это... Final Fantasy? Кукабуру! Кукабуру дали? Кукабуру, блин. Что? Кукабура в... Серьезно? Кукабура? Загадочное создание развивания невероятной скорости. Кукабура. А щит? Щит 500... Устойчивость здания больше сейчас кривотечение происходит. Обалдеть! Идеальный легендарный меч. Шанс криту получения адреналина лечения при крит ударах. Охренеть. Ай-яй-яй-яй, какой мечок. Как он называется? Идеальный меч. Идеальный меч. Эйдрих. Эйдрих. Называется. Вот это да. Вот это да. Обалдеть. Стыком бьет. Я в шоке. В культурном. В культурном шоке. Я не ожидал. Я не ожидал, что такое возможно здесь. Слушай, а ты проходил, ты же это Одиссе проходил, да? Одиссе. В Одиссе такое есть? Такие пасхалки. Блин, если там есть такие пасхалки, я бы, блин, я уже в Одиссе хочу поиграть. Там, короче, ну я знаю, что в Одиссе... В Одиссе, короче, есть Атлантида. Очень крутое дополнение. Называется Атлантида, оно там просто, блин, просто мега. И там что-то еще про Цербера, потом клинок там какой-то там, первый клинок там какой-то. Так, что дальше? Сахара. Ну вот задание. Секреты первых пирамид. Давай вызовем эту лошадку. Кукабуру. Кукабура верблюд. А я думал, что реально кукабура прибежит. Кукабура! Это с Final Fantasy Кукабура. Ну вы даете. Корея Диосита, наверное, есть, в основном не видел. Эй, Кукабура, ты куда?
кто тут? А, я должен его спасти, я понял. Кукабура, здоров. О, капец, он здоровый. А, это реально кукабура. Кукабура-верблюд. Блин, кукабура-мутант. Нифига себе, он быстрый. Стой! Где? Куда? Ого. Жальтесь, боги! Что? Эй, что? Окружайте его! Кукабура. Хедшот. Хьюстон. А, то здесь скины, кроме Бару Кетира, покупать. Ну, в Стиме. Или Делюксе. Магазин Норы. Да-да, магазин Норы, Ивен, да. За платину в магазине и за реалы. Да, вот. Хикару все подсказал. Так и есть. Ну, дела. Не может быть. Что ж, славно. Мы едва избежали смерти, да? Это же знак Меджая. Не может быть. Я думал, их всех убили. Какой он все-таки ловкий. Просто потрясающее зрелище. Ты силен. Кто послал тебя? Сам Ра. Он или Гераклит? Они-то думали, что я сам не справлюсь. Но мы не испугались, верно? Кто мы? Что ты здесь делаешь? Ты не надо. Знаешь, Неб, мы пытаемся найти тайник великого фараона Снофру, творца золотой эпохи Старого Царства. И как же мы его найдем? Они ничего тебе не рассказали, прежде чем посылать за мной. Напомни. Вот что мне удалось узнать. Атос, не покупай ничего. Фараон Снофру спрятал в своих пирамидах три артефакта. Один в Мейдуме. В той пирамиде, что обвалилась. Значит, другой в ломаной пирамиде, которую перестроили после случая в Мейдуме. А третий в своей расчудеснейшей усыпальнице, сияющей пирамиде. Я нашел два артефакта, но один из них у меня украли разбойники. Ты должен вернуть его. Где их искать? Их лагерь находится к западу от Мемфиса. Ты найдешь его, если пойдешь вдоль ручья. И еще, если сможешь пробраться в сияющую пирамиду, добудь последний артефакт. Думаю, наверху есть проход, но туда еще нужно залезть. Будь я помоложе, сам бы справился, но... Я посмотрю. Много там было разбойников? Немало, вроде бы. Короче, озадачили меня серьезно своими
артефактом. Ничего не покупай, Атлас. Держи платку, терпи. Да ты выбьешь все на реликвиях. Короче, ходи на миссии, открывай узлы, делай квестовые сети по кодексу. Делай обычных пока что. Послушай, ты это все выбьешь за то время, пока ты будешь делать эти миссии открывать, ты выбьешь сами реликвии. Потом ты будешь ходить на миссии «Разрывы бездны» открывать, и ты откроешь эти варфреймы. А ты эту платку потратишь и все. Поверь мне, я честно, я в игру очень много задонатил, реально. Я платину покупал, ну, примерно, ну, покупал до этого времени. Ну, регулярно. Я не торговал за 4 года ни разу. Потому что, ну, я покупал платину на сайте, на официальном. Но многие игроков, вот Хикару, там, Nintendo, кто, ну, там, продавал мистификаторы или там моды разлома, это можно зарабатывать, ну, продавать, ну, мод разлома должен быть открытый или там, не знаю, может быть закрытый, тогда цена меньше. Или, я не знаю, те же самые сеты на фульных праймов. Ну, там копейки, понимаешь? Ты купишь за 40 платины. Если найдешь за 40 платины, за 50 платины кого-то варфрейма, то да. Миса. Посмотри цены на мису. Почем миса сейчас стоит? Если недорого, то да. Можно и купить, если недорого. Но, в принципе, это можно все выбить и сэкономить себе платину эту. Тем более, ты вот купишь миссу, сделаешь ее, а потом ты... А это желание ты на одной миссии не остановишься, понимаешь, в чем прикол? Варфреймов более... По-моему, 60 варфреймов есть. 60. С праймами, по-моему. 65. Ну, вот представь себе, сколько тебе платины надо. Блин, как туда зайти? Потому ты не накупишься. В смысле... Проходи, ты получишь, смотри, ты какой ранг сейчас? Какой у тебя ранг? Проходи поднимай ранг, делай обычных варфреймов, на земле гидроид, попробуй Аберона сделай, Рино, тех, которые легко делать. Это у тебя пойдет в ранг. Потом ты открываешь планеты, узлы, пески и Нароса. Господи, третий ранг? Ты даешь. А, у тебя Нидус есть, да? Нидус у тебя уже есть. Пески и Нароса потом. Блин, тебе еще столько качаться. Атлас. И ты говоришь уже про миссу. Не, ну ты можешь себе миссу взять без проблем, но... Тебе еще надо делать война внутри, второй сон, открывать оператора.
цепи Харроу там есть, этот начало отступничества, или как он, жертва, жертва, получишь Умбру, Умбра моды, оружие, там, блин, блин, там столько много еще, тебе надо сделать. Если капец тебе прям, прям капец горит и хочешь очень прайма, возьми себе триньку, триньку прайм или мису прайм, или некроса, или сарину, или, блин, любого, которого ты хочешь взять. Возьми себе, конечно. Слушай свое сердце, оно тебе подскажет. Слушай сердце. Не, если капец хочется, то бери. Просто такое. Каждый играет так, смотри, каждый играет человек так, как в каждую игру, так как он хочет и так как у него есть настроение и возможность. И материально, и временно. И если ты учишься, и у тебя нет времени на это, то... Конечно, если ты играешь в пятницу только и субботу, то... Надо учитывать этот факт. Ты же не играешь каждый день в игры. Если ты играешь только в пятницу и в субботу, тогда... Конечно, тебе есть смысл покупать. Потому что... Ну, ты редко играешь. Получается, что редко. Потому ты так, ты такими темпами будешь до 2030 года качать. Понимаешь, о чем я? Ну как открыть? Ну надо ранг качать, я же тебе объясняю. Качать ранг, качать оружие, варфреймов открывать, собирать. Открывать планеты, открывать узлы. Планету за планетой, планету за планетой открывать, качать. Миссии проходить, все-все-все. И тебе откроется квест. Он называется «Война внутри» и «Второй сон». Тебе для начала это надо пройти. Потом, по-моему... Я не помню точно на каком ранге. Шестой ранг или седьмой ранг. Тебе откроется квест «Жертва» называется. Он просто... Он это шедевр. Реально, это очень интересно. Вот ты когда поиграешь «Война внутри», квест и «Второй сон», вот тогда ты скажешь, что ты поиграл в Warframe. И ты скажешь, что тогда мне свое мнение об этой игре. А когда ты пройдешь квест «Жертва», тогда ты еще раз мне скажешь, что ты думаешь про... Потому что то, что ты видел вот сейчас, вот то, что ты видишь в Warframe и играешь, это только какой-то процент игры, очень маленький. То есть самый сок, он находится... Я не знаю, ну у каждого, конечно, свои принципы и разные интересы в этой игре. Но я считаю, что эта игра славится, тут очень хороший сюжет, крутой, на самом-то деле, ну, в Warframe. И мы все, очень многие эти люди ждут именно продолжения этого сюжета. Мы ждем, ну, тебе нет смысла, ну, тебе надо проходить это все, эти лорные эти квесты. Я имею в виду... Я, в принципе, на память их и сам не знаю. Так что... Я тебе, в принципе, тоже не особо расскажу. Куда идти? Не понял, блин, юмора. Шо? Ничего не понимаю. Я не понимать.
I don't не понима... Блин. Блин. На мать, а? Ну как открыть войну внутри? Ну надо проходить эти миссии, качать ранг. Так. Ого. Я не понимаю, оно мне направляет сюда, я прихожу и непонятно. Ой, бля. Ладно, иду туда обратно. Потом вернусь. Блин, такой смешной кукабура. Верблюд кукабура, жди меня. Так, куда? Сюда. Ты кто? Обалдеть, смотри, город видно. Обалдеть. Вот тебе и... Вот тебе и прорисовка. Нормально? Нормально. Так, а то мне куда? Это где-то в горе, блядь. Воу! Сюда меня не пустят. А я вас забыл спросить, то есть, кто мне кто пустит.
Какой у него уровень? Вот второй. Обалдеть. Вообще на изикатку его. Теперь у меня есть супероружие, которое позволит мне на изикатку затащить штурпанов. Эй! О-о! Умри! Ты чё, дядя? Эй! Охренеть! Уходи, 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 олень. А вы что думали, что я вам сдаваться буду или что? Уважаемые граждане бандиты. А оказалось не так, как вы хотели. Бандюки, тут когда они награбили это все. Артефакт убежище это. Разрешите артефакт. А я хрен его знает, где артефакт. Создать предмет. А я... Вот где они его спрятали? Thank you.
понятно. А вот оно, блин, олень. Это оно? Оно. Это артефакт, который украли у Меркиса. Странный предмет. Ну, если учитывать тот факт, что они 23 уровня, а я 21, то типа норм. Ну, мне, честно говоря, моя это плотва больше нравится. Что-то мне как-то этот верблюд как-то не очень мне он прикалывает. Все-таки. Не, ну верблюд как бы нравится, но лошадь больше нравится. В плане как ездовое животное. Так. Да и вообще. Да, в принципе, блин, мне и верблюд нравится, но... Короче, они мне оба нравятся. Что за лагерь военнопленных, блин? Стоять. Так мне что, сюда надо что-то? Да, сюда. Значит, мы правильно? Ну, окей. Ты залезть можешь? Попробуем еще раз, блин, ну надо же как-то зайти. Ну. А, вот вход. Ура! Мы нашли вход. Так. Короче, пацаны, перекур. Баек в пирамиде. И это это хорошо. Так, что, рассказывайте, как жизнь молодая. Thank you.
Хьюстон, Мэйдэй. Так. Ну что, давайте посмотрим дальше что-то. Это хорошо. Что здесь? Воу. Атос, как там у тебя успехи, если ты здесь? Хикару. Так, тут... Ой, блин. Ого. Еще дальше. Ну давай. Тут, короче, загадка какая-то. Вроде бы. Стой. А тут надо открыть. А, не можно. Давай сначала осмотримся, а потом откроем. Ой. Опа. Ценные. Я еще хотел зайти за Лейлу. Посмотреть. А это куда? А, это надо опустить. Все, понял. Понял. И так понял, что это сюда. Да куда ты, японский рыбой? Залезть наверх можешь? Ну ты даешь. Ты можешь кинуть его или нет? Ладно. Чего это я делаю? Thank you.
Непонятно. Пока что. Мне надо забрать это отсюда или... А, теперь я хрен туда попаду. Понимаю. Идея мне просто надо сюда. О!
все, получилось. Противовес. По-моему, нашел. Артефакт. Что же в этом обычном предмете такого ценного, раз он хранится сокровищами? Надо найти Меркиса. Объединить все три артефакта. Так. Нам там дали... Старого царства. Офигенно. Теперь можно выучить. Воин пустыни. Да. А вот и наш товарищ Меркес. Здорово, Меркес. Я раздобыл твои два артефакта. Ага. Моя теория верна. Великий Ра. Точно. Артефакты образуют диаграмму. Но тут не хватает части. Я не могу их соединить. Но в Египтике есть такой отрывок. Слушай. Свой путь ищи на вершине сияющей пирамиды. Похоже, надписи на этом артефакте указывают нам на самую верхушку сияющей пирамиды, гробницы Снофру. Я уверен, мы найдем разгадку именно там. Если ты заберешься туда, то все увидишь. А что в итоге мы должны найти? Сокровища Снофру много веков считаются утерянными. Нас будут почитать как истинных героев, если мы сможем отыскать их. Эй, я тебе не мародер. Нет, нет, что ты? Конечно, нет. Обещаю, мы не потревожим покой тех, кто нашел путь на поля Иалу. Ладно.
Посмотрим, что там наверху. Доберитесь до вершины горы. А, вот сюда. Тут мне просто наверх не забраться. Ну, давай. Лес. А вот куда их вставлять надо. Вот куда их вставлять надо. Офигеть. Вершина гробницы Снофру. Странное отверстие. А что если я... Артефакты вставляются в отверстие пирамидиона. Это диаграмма. Если я верно понимаю, она указывает на развалины на востоке. Там находится тайник. Вот, чудно. Что ты увидел? Не томи меня, выкладывай. Ты что-нибудь видел? А как же? Я вставил артефакты в отверстие и завершил диаграмму. Чудесные новости. Ну, с помощью нее мы сможем найти ответ? Скажи, где нам искать тайник? Я думаю, что он находится на востоке. Похоже, что там руины какого-то храма. За мной! Я тебя отведу. Не попади в беду снова. С таким-то союзником? Вряд ли. Как же ты умудрился разозлить разбойника? Я решил заручиться их поддержкой в поисках артефактов. Что? Ты нанял их? Ну, их главарь Белош уверял, что знает пустыню, как никто другой. Не думал, что они меня предадут. Мне ведь показалось, что они не такие. Вот именно, что показалось. Все они воры и убийцы. Мы на месте. Вход, конечно же, спрятан.
Да, на их счет можно не сомневаться. Бандиты украли у меня один артефакт и собирались убить, чтобы заполучить второй. А, ты сам себя погубишь. Земля здесь мягкая. Посмотрим, что под ней скрывается. Ура! Интересно, что мы найдем. И вот она, последняя преграда. Я же говорил, у нас все получится. Прыгивай, лень. Чего, ты что не прыгаешь? Прыгивай. А он не мог. Давай, наконец, прыгнул. Дурак. Идем сюда. О, ты первый. Мы первые, кто вошел сюда более чем за 2000 лет. Сокровище должно быть здесь. Ай! Не о чем беспокоиться. Я бы... Нельзя недооценивать змею, бля. И вот она, последняя преграда. Я же говорил, у нас все получится. Это да. Идем сюда. О, ты первый. Мы первые, кто вошел сюда более чем за 2000 лет. Сокровища должны быть здесь. Не о чем беспокоиться. Я бы и сам тебя об этом попросил, если бы успел хоть слово сказать. Опа! Пирамидка. Ух ты. О боги! Ура! Неописуемая красота! Скажи, что глаза меня не обманывают. Эта комната отлично сохранилась. Все как во времена правления Снофру. Пирамида. Это какие-то как... Может быть, сейчас узнаем. Пирамидион идеально сохранился. Наследие богов. Начало всех хороших вещей. Скоро первые лучи Ра коснутся его. Они осветят путь для птицы Бену. Той, что летит над водами Нун. Ну давай. Это оно? Тут так много древних свитков. Золота почти нет. Это богатство. Смотри, перед нами история. Китион и Гераклит будут в восторге. Я прославлюсь. Мы прославимся. Рад был помочь. Я составлю опись свитков и перевезу их в Александрию для изучения. Там мы сможем сохранить их для будущих поколений. Пирамидион идеально сохранился. Наследие богов. Начало всех хороших вещей. Скоро первые лучи Ра коснутся его. Они осветят путь для птицы Бену.
той, что летит над водами Ну. Ну давай. Надо шепнуть. Дождаться, да? Оно. Пирамидион идеально сохранился. Наследие богов. Начало всех хороших вещей. Скоро первые лучи Ра коснутся его. Они осветят путь для птицы Бен, той, что летит над водами Ну. Мемфис. Ну, дальше уже 35-й, 20... Морское сражение, 28-й уровень. Весы крокодила, 25-й. Основное задание. Надо уровень поднять. Так, куда нам дальше чухать? Ну, 25-м у нас. И на 28-м. На 25-м и на 28-м. Так. Ну, тут два, три задания есть. Четыре даже. Кровь в воде. Кровь в воде. Стол связного. Невыносимая вонь. Песня Таймхотеп. И самое ближайшее — сон о пепле. Ну, давай. Да, есть тут нормальное задание, тут прилично.
есть, блин, бегемот. А вот ты где. Шаман какой-то. Я готов поговорить о сне. Конечно, избавитель. Но сперва помоги мне. Как? Я вижу опасность. Тучи сгустились над тремя несчастными. Путешественнику, распутнице и попрошайке грозит беда. Что я должен сделать? Дай каждому амулет, что защитит их от тьмы. Первого ищи у великого храма. Второго к востоку от него. Третьего в туннелях, что проходят под ним. Я буду ждать на пристани, неподалеку от великого храма. Найдите людей, короче, этих. Понимаю. А самый ближайший где? Эй, ты! Замри! Увидят, сразу накинутся. Ты знаешь провидца? Ты от него! Хвала богам! Готов к бою, Миджай? Готов.
Вот и все. Свобода! Кровь упали. Вивіті попрошайку з вілою. Ты неплохой боец. Стараюсь. В первый раз застали врасплох. Провидец передал тебе амулет. Он защитит тебя. Детей я им не накормлю. Я сделал для тебя все, что мог. Дальше справляйся сам. Прости за грубость. Ты рисковал жизнью, спасая меня. Если я погибну, моя семья не сможет прожить. Это только часть квеста. Position. Взгляни на мой товар. Принц Перси? Ага. Это здорово. Прикидос есть новый. Ого, у меня тут дофига чего есть. Альтаир, Эцо, Атилар, Симхит, Меха Охотника, Эдварда. Байки, египетский хедж. Мародер. Принц Персии. Принц Персии. Ух ты, какой красивый. Но вообще-то красиво выглядит. Смотри, какой. Ниндзя такой, блин. Офигеть. С дороги! Вот тупица, что ты делаешь? Разойдись! Офигеть, как круто. Нарсуча! Ну, прям топ смотрится. Кемер вен несу. Хем хотеп нефер верет. Таабес нефер. Очень. Яноми! Принц Персии.
Офигеть. Ну, народ, до встречи. С вами был Саббат, Assassin's Creed Истоки или Origin. Продолжим. Прохождение Assassin's Creed. Сегодня сделали классный квест-пасхалку на супероружие. Спасибо Хикару, что подсказал, как это сделать. Спасибо Атласу, который заходил на стрим, и всем, кто был с нами сегодня. Всем до встречи!